В столице республики продолжаются отборочные соревнования WorldSkills Russia. В зале спортивного комплекса «Дахсун» сотни участников соревнуются по 14 компетенциям блока «Сфера услуг». Здесь представлены ветеринары, кондитеры, администраторы отелей и многие другие. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Одна из компетенций, представленная в блоке «Сфера услуг» – дизайн интерьера. В нем принимает участие 7 конкурсантов. Здесь представлены Московская область, Хабаровский край, Татарстан, Якутия и другие. Задача конкурсантов – создать интерьер в скандинавском стиле. Интерьером они все касаются и в процессе обучения, как правило. То есть и отделкой, и стилями, и прочими вот базовыми вещами, которые требуются для участия в этой компетенции. Участники – это учащиеся среднеспециальных и высших учебных заведений, которые прошли отбор в своих регионах. Участница из Хабаровска Дарья Ребека. Она студентка 4-го курса Тихоокеанского госуниверситета. Очень старательный ребенок, способный. Прошла вот наш местный по Хабаровскому краю, где состязалась с участниками из Комсомольска и из Хабаровского края тоже были еще участники. Ну вот прошла этот отбор и попала на полуфинал национального чемпионата. Но не все участники проходили региональный отбор. В частности, конкурсантка из Татарстана Назира Мутавалова. Она прошла на отборочные соревнования вне конкурса. Это связано с тем, что Республика Татарстан впервые принимает участие в этой компетенции. Участница девочка амбициозная. Когда я выбирала участника, с кем поехать, сама изъявила желание знать свои ошибки, может сделать какие-то свои выводы, идет напролом, иногда не слушает, и то, что она исполняет, получается очень удачно. Якутию в этой компетенции представляет студентка 2-го курса колледжа технологии и дизайна Юлия Рожина. Для участия в этом соревновании якутянка ездила на мастер-класс в Екатеринбург, который прошел в Уральском государственном университете. Ее работы очень такие со вкусом делает, цвета чувствует, всю эту передачу. И, в общем, тональность, все это дело, надеюсь, покажет на чемпионате. Участники с нуля готовят эскизы своих будущих интерьеров и составляют смету. Отдельным этапом для них является создание элемента интерьера. В данном случае это фальш-камин. Завершающим штрихом в этой компетенции станет установка мебели и окончательное декорирование всего интерьера. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.